Детское радио представляет. Живой уголок. Может каждый мальчик и девчонка может у себя в квартире за короткий срок с разрешения мамы, да и папы тоже, сделать мини-зоопарк живой уголок. Привет, дружок! Я доктор Добряков. Много лет я изучаю животных и растения, а теперь вот рассказываю тебе о них всякие интересные истории. Как ты думаешь, зачем биологи, изучающие рукокрылых, так называется отряд, куда входят летучие мыши, летучие собаки и лисицы, берут с собой зонтики, когда отправляются в пещеру, где обитают крупные колонии этих животных? А ты представь себе такую картину. Свод, к которому, прицепившись лапками, дремлют десятки тысяч сытых летучих мышей. И тут в их владение вторгается непонятно кто, скорее всего, враг. Ну, что прикажете делать? Правильно, защищаться. А как? Чтобы укусить, придется слетать с потолка. Остается единственный способ – бомбардировка. Ну как, чем? Они же сытые. Вот и спасает зонтик, который раскрывается над головой. Поговорим об этих милых зверьках, которых вот уже столько столетий ошибочно называют мышами. На самом деле правильнее было бы называть их летучими обезьянами, поскольку с приматами, куда входят шимпанзе, гиббоны и гориллы, у них более близкие родственные отношения, чем с грызунами. Выходит, не такая уж выдумка летучие обезьяны из сказки про волшебника изумрудного города. Так, почему же они залетают в пещеры? А, потому что там постоянная температура. Вот, например, сеть пещер есть и у нас в Подмосковье. Что зимой, что летом, там 14 градусов тепла. А зверькам нужны разные условия. То чуть теплее, то чуть холоднее. Вот, кстати, летучая мышь – это единственное млекопитающее животное, у которого температура тела очень отличается, смотря чем оно занимается. Носится за добычей по воздуху, переваривает пищу или спит. Если надо ее, ну, температуру в смысле, повысить, то летучая мышка начинает быстро-быстро сокращать и расслаблять мышцы и тут же нагревается, как утюг. Кстати, задумывался ли ты, почему мы начинаем дрожать от холода? Да ведь это тот же самый механизм подогрева озябшего тела. Также греются и некоторые насекомые. Шмели, например. Только дрожать у них не получается. Ну, мышцы не такие мясистые и жира нет. Поэтому им приходится тереться друг об друга. Вот почему летучим мышам так удобно в пещере. Требуется прохлада для отдыха. Раздвинулись. Нужно тепло, чтобы переварить хороший обед. Сомкнули свои ряды. Ну, греются, пожалуйста, друг о дружку. До недавнего времени нигде в мире не удавалось держать летучих мышек в неволе. Сумели добиться положительного результата только в Московском государственном университете, где разработали уникальные методики и сделали очень интересные научные открытия. Самое любопытное, что сегодня уже есть умельцы, у которых летучие мыши живут дома и даже порхают по квартире. Именно наши, российские любители животных, проживающие в небольших комнатах, самых что ни на есть обычных квартир, а не иностранные натуралисты, которые владеют целыми зоопарками на своих усадьбах, смогли поставить на поток содержание рукокрылых в неволе. Как? Ну, это довольно сложно. Но можно. Во-первых, в клетке должно быть несколько отсеков, и в каждом из них своя температура. От 35 градусов тепла до комнатной. Вот тогда зверек сам может выбирать, куда ползти. Где теплее или, наоборот, где прохладнее. Во-вторых, необходимо поддерживать довольно высокую влажность. Для этого ставят банки с водой. Они служат заодно и поилками. В-третьих,
Клетки, вернее, даже не клетки, а вольеры, должны быть очень просторными, чтобы мышам было где летать. Одним словом, летучие мыши-звери очень интересные в содержании, но не для новичков. И еще, во всех зарубежных справочниках и пособиях написано, что летучие мыши с трудом привыкают к человеку, отчаянно царапаются и кусаются, если взять их в руки. Это потому, что те, кто это писал, никогда не держали дома рукокрылых. Они пробовали их брать в руки вверх головой. А вот если перевернуть мышку головой вниз, то вверх тормашками, как она привыкла, она тут же перестает кусаться. Вот так, дружок. Видишь, как все просто. Если, конечно, хорошо изучить повадки животного. Ну, прощаться пора. До новых встреч. До новых историй. Живой уголок.